Всем привет! Шон, можешь дать денег немножко? А то я всем купил морожка, а Стасу не хватило. Все будут есть, а он будет плакать. Стас даже от слезоточивого газа не плачет, а тебе и денег не дам. Хватит заниматься благотворительностью. Да что, людям, блин, нужны деньги. Я дал. Хочешь, верну? Алло. Здрасте. Я вам вчера деньги перечислил на бездомных кошек. Все. А можно вернуть? А, вы на Канарах. А когда возвращаетесь? Никогда? Никогда, в смысле, никогда? Сорвалось. Ну, Канары — это связь. Это... Ну, видишь, как у нас прекрасно все получается. Бездомные кошки у тебя на Канарах, а мы без денег. А ты еще вчера за последние гроши купил вот этот вот аппарат для сладкой ваты. Нам нужны деньги. Нужны. У кого есть какие идеи? Ну, есть один старый проверенный способ. Короче, нам нужны водила, медвежатник, ну и кто-то в мусарке. А есть идеи, за которые меня потом не посадят? Предлагаю всем тянуть жребий. О. Все честно, справедливо. Тот, кто вытаскивает бумажку с крестиком, продает почку. Если честно, крестики тут на всех бумажках. Просто нам очень много денег нужно. Все прозрачно, коллеги. Прошу. Сергей, на этой неделе проходит восточноевропейский... Международный форум? Mm-hmm. Черт, боже, как я мог забыть? Точно! Так, внимание! Завтра у нас в городе будет куча мешков с деньгами. Мы организуем встречу с потенциальными инвесторами. Внимание, все глазки на меня. С этой минуты штаб переходит в режим строжайшей экономии. С сегодняшнего дня все худенькие девушки будут сидеть вдвоем на одном стуле. Так, ты худенькая, давайте. А вот ты толстая. Довольна? Будешь сидеть неэкономно теперь на одном месте. Ладно, подберем тебе кого-то совсем худенького. Мальчики теперь будут работать стоя. Зачем вам стулья, вы же сильные. О, может, мебель продать? Прям как мой сосед. Он, кстати, тоже и мебель, и технику вынес из дому. Лишь бы карты отыграться. Карты? Это отличная идея. Быстрые, легкие деньги. Я выиграю, спасу штаб, и я наконец-то узнаю, кто здесь настоящий герой. Тем более, что с картами я на «ты». Сейчас покажу вам фокус. Есть ножницы у кого-то? Сейчас. 0,6 никотина, 0,7. А, это сигареты. Что значит, вы отказываетесь? Чтобы столы были накрыты в три. Имейте в виду, я знаю ваш адрес, у меня есть телефон с санэпидемстанцией. Чувствуете связь, правда? Действуйте. Фуршет переносится? Да, на 3. В 6 часов нам отключат свет и воду за неуплату. Ну и что? Можно устроить прием при свечах, или это слишком романтично для таких, как ты? Яночка, всю твою романтику развеют неработающие туалеты. Пожалуйста, я тебя очень прошу, не мешай. Я тебе помогу, что нужно делать? Только ухмылочку убери. Я это делаю не ради тебя, а ради общего дела. Я профессионал все-таки. Да-да, значит так, для начала обзвони всех и перенеси время. Да, и еще, распечатай фоку калача. Только я тебя очень прошу, экономно. Хорошо, начну с обзвона. Ян? Что? Ничего, спасибо. Я не понимаю, чего на меня обижается Богданов? Надя Дорофеева для меня это просто певица. Как многие, как вот это, например, вот это... Или... Да, Дантес, а, это муж ее сейчас. Короче, я на ней не зацикленный. Слушай, Леш, есть у тебя валерьянка? Я сегодня что-то очень разнервничалась. Да, в аптечке на кухне. На кухне. Зацикленный. Вот эти женщины, знаете, вот это... Ой. Ну и что ты тут устроил? Я знал, что если я позову тебя на свидание, ты откажешься. Поэтому я принес свидание сюда. Угу. То есть ты думаешь, притащил столик, шампанское и этим все исправил? А еще фрукты, нарезочку. И я готов на все, чтобы искупить свою вину. Лешенька, точно на все. Повтори. То есть я должен... Весь день ходить с тобой по магазинам, ждать тебя возле примерочной кабинки, не жаловаться,
и не прятаться в туалете. А в финале мы сделаем селфи со всеми покупками. Я уже заходил в туалет. Ну ладно, я согласен. Простите, это у вас легальный клуб? Дима, пока здесь играют прокуроры, это легальный клуб. А, тогда отбросим беспокойство. Где я могу присесть? Ты уверен, что сможешь выиграть? Станислав Викторович, я не хотел всем рассказывать, но раньше я плотно сидел на картах. Всем доброй ночи, хорошей игры. Станислав Викторович, дайте мне все ваши деньги. Дима. Карты любят тишину. Правильно? Ты уверен? Это не уверенность, это знание. На все вслепую. Поднимаю. Плюс ключи от твоей машины. Ключи от офиса в центре города. Понял вы. Скрывайтесь. Король и валет. Бью. Фулл хаус, ваш выигрыш. Как, а в картах что, другие правила? Ты же сказал, что плотно сидел на картах. Ну да. Валет, туз и на погоны. Ну что, отыгрываться будем, Димон? Проверь, чтобы фотографии на всех столах стояли. И я понимаю, что у нас закончилась цветная краска в принтере, но давай, может быть, что-нибудь добавим, ну, как-то развеселим, как-то мрачновато у нас. Я уже на это время пообещал Богдане, что она меня будет наказывать. Ну что ж, я поздравляю тебя, негодный мальчишка, но имей в виду, что твоя сексуальная жизнь не может быть важнее инвесторов. Так, я должен помириться с Богданой. Это важнее любых выборов. Пожалуйста, Леша, не выводи меня! Станислав, а вы уже придумали оправдание? Слышь, ты шулерок. Что, косяк? Самый выкручивайся. Понял. Ну, возьми, но перенеси встречу на час. Ну, хорошо, ладно. Один час. Фух, отлично. Сегодня самая главная задача – включить режим ротовой обещалки. Ты должен обещать всем все и везде. И, как говорил мой один знакомый, твое лицо грустное. Тебе же никто денег не даст. Ты что стоишь? Иди. Станислав, это же очевидно. Я боюсь. Ты меня бояться должен. Я вас за обоих. Ой. Сергей, такое случилось. Вечером значит, накрываем стол. Значит, и живот полился. И до 5 утра я мучаюсь. Утро то, что ты живот болит. Селедка была просрочена. И только травяной чай помог. Кстати, Сергей, отличное закрепляющее средство. Все. Ты знаешь, Димочка, грустная история. Ты напиши об этом книгу. Иди. Ну что, как он? На удивление воспринял адекватно. Ты сам все видел. Мужик, сам накосячил, сам порешал. Уважаю. Да во мне есть. С рождения. Матерь Божья, Матерь Божья. Так.
Так, я не понял, мужики, а что здесь происходит, а? Стоп, стоп, ребята. Что происходит? Я спрашиваю. Стас, Дима! Ребятки, мой новый кабинет налево. Возвращайтесь. Какой кабинет? Тихо, уважаемый. Я переезжаю в свой новый офис. Какой еще свой офис? Стас! Шон, я сейчас все объясню. Ты что, сука, ему ничего не сказал? Я тебе пару закрываю! Имейте право, имейте право. Стас, я жду. Шон, тут такая ситуация. В общем, действительно, это теперь не наш офис, потому что этот, сука, дебил проиграл его в карты этому, сука, директору похоронного бюро. Не похоронного бюро, ритуального агентства. Дима! Дима, подойди-ка ко мне! Я хочу тебе кое-что сказать! Дима! Тихо-тихо-тихо, уважаемый. А вот мебель мою портить не надо. Ты же не хочешь быть моим клиентом? Короче, времени у вас до завтра, до 8. Удачи. Шон. Здравствуйте, вы достойный соперник. Спасибо. Шон, пожалуйста, прости меня. Говорит Станислав Викторович, падла и буду, без попутов. Ладно! Идиоты! Вы остаетесь здесь. И тот, кто придет, вы говорите ему, что встреча переносится. Понятно? Все сделаем в лучшем виде, как всегда. Фух. Ну что, поздравляю, все могло быть и хуже намного. Нас могли ударить. Каре. Три одинаковые. Добрый день. Две одинаковые. Или нет? А здесь проходит встреча с кандидатом мэра Алексеем Калачем. Уважаемый, понимаете, у нас сейчас, ну... У нас проблемы. Встреча с кандидатом отменяется. Сочувствую. И вам не болеть. Слушайте, я тут подумал, что, может, вам нужна какая-то помощь. Я готов пожертвовать на похороны, ну и на поддержку идей, которые не успел осуществить ваш кандидат. Вы не поняли. Алексей Алексеевич не умер. Это... Естественно, Алексей Алексеевич не умер. Вот. Он будет вечно жить в наших сердцах. У нас две новости. Хорошая и плохая. Есть еще плохая. Давай лучше с хорошей. Мы заработали кучу денег. И еще заработаем. А плохая? Калач умер. Как умер? Нет. Лично Алексей Алексеевич не мучился. Как бы это мы сделали, чтобы он умер. И вот результат. Стас, ты что, замочил Калача? Ну, не совсем. Саечка за испуг. На самом деле, Калач, ну, жив. Но все думают, что он мертв, и поэтому сбрасывается ему на похороны. Ой, зачем я это сделал? Так, Стас, нужно найти ходящего мертвеца. Пошли. Алло, Богданочка. Ну что, ты готова? А я уже не... Богдана, ты меня слышишь? Скоро буду. Да что ты кипишуешь? Главное, что мы бабло нашли. А как у вас так получилось, что вы кандидата в мэра убили? Как вы его оживлять собираетесь? Старик, жизнь полна сюрпризов. Слушай, телефон сдох. Дайте позвонить, а? Что-то публика мертвая вообще. Надо пойти повеселить. Стас. Принято. В двух словах, Леша, ты умер. Как? Когда? Где-то минут 20 назад. Не, вы что, меня Богдана убьет. Так, стоп, а как она тебя убьет, если ты уже умер? Не, так, я ухожу. Так, ты никуда не уйдешь. Внимательно слушай меня. Леша, вот возьми, подержи. Бежим! Куда? Это инвестиция в будущее. Куда? Выпусти! Я буду вас навещать. Меня Богдана ждет! Это бизнес. Скажем, что после 12 часов комы Калач пришел в себя, потому что не может бороться с коррупцией мертвым. Дима, скажи мне, где Калач? Богданочка, он немного опоздает. Сейчас тут все с ним простятся, он сразу к тебе. С кем он прощается?
Он что, до сих пор в офисе, что ли? Нет, да, это сложно объяснить. Как бы телом, да, но, уверяю тебя... Душой он уже рядом с тобой. Дима, объясни, что ты за чушь несешь, а? Дима, ты можешь закончить этот телефонный разговор или нет? Алло. Дима. Слушаю, да? Я слушаю. Извините. Можем начинать. Знаете, очень грустно об этом говорить, но... Кандидат в мэр нашего города Алексей Алексеевич Калач умер. Вы знаете, оптимизм этого человека давал надежду на лучшее будущее. Выпустите меня! Выпустите! Выпустите! Это собака Алексея Алексеевича Калача. Она тоже скорбит вместе с нами. Успокой ты его, сейчас. Она все испортит. Сейчас. Видите, как ему тяжело, да. Выпустите! Алексей Алексеевич, у вас совесть есть? Мы вас там хранить пытаемся, вы тут тарабаните. Хватит стучать в двери, мертвые так не умеют. Ким, я тебя как друга прошу. Меня Богдана ждет. Ну выпусти меня, пожалуйста. Мы с тобой как любительская сала, всегда вместе. Я не могу вам открыть дверь, поймите. 2000 лет уже никто не воскрешался. Человечество к такому не готово. У меня есть идея. Крепитесь. Это большая утрата. Спасибо вам большое за поддержку. Мы обязательно назовем приют для бездомных животных именем Алексея Алексеевича Калача. Спасибо большое, я сам все найду. О, скорбите, скорбите. Ой, Шон, ну ты превзошел сам себя. Я, конечно, хотел отхода Калача отдел, но не от всех же. Хорошо, что не ты вел мою компанию, а то бы и меня свел в могилу. А чего решили? Прийти и позлорадствовать, лучше бы пошли посмеялись над своими рейтингами. Между прочим, я в Калача вложил больше денег, чем все эти нищеброды, так что имею право лично проститься со своими деньгами. На кого ж ты нас покинул? Спасибо, что пришли. Прощаемся с Алексеем Алексеевичем. Хороший был человек, хозяйственный. Вот и пришло время в последний путь. Дайте дорогу, имейте как бы уважение. Хочу еще раз взглянуть на конкурента. Попрощаться с ним, поблагодарить. Он ведь меня сегодня мэром сделал. Открывай. А что это за звук? Это собака Калача, которая скучает за своим хозяином, хочет туда же. Собака тоже в гробу? Не-е-е. Ну что за бред вы несете? А ну открой гроб, я хочу увидеть труп. Давайте лучше собаку принесу. Открой, я хочу взглянуть на труп. Так, вы посмотрите на труп только через мой труп. Если надо, я увижу труп через 40 ваших трупов. Открой гроб. Он некрасиво одет. Мы не успели его украсть. Ничего страшного, не новогодняя елка. Переживу. Ну вот, прекрасно. Спи, Лешенька, спокойно. Увидимся во втором туре на том свете. Опять этот? Да нет, у меня просто аллергия на цветы. И тогда 100, и еще 100. Поднимает. Отвечаем. Да, да, да! Извините. Очень хороший некролог прочитал. Да, нам повезло. Еще чуть-чуть, и на нас можно было ставить крест. Леша! Калач. Богдан, ты все не так понимаешь. Кто теперь будет мне свидание возле мусорника устраивать? А кто меня теперь научит отличать сервелат от мармелада? Ты забрал последнюю надежду на мое счастье. Это значит, я должна выйти замуж теперь за олигарха и вообще уехать. Далеко от олигарха. За какого еще олигарха? Здрасте. Да? Чудо! Чудо, он воскрес! Мы ждали этого 2000 лет! Воды дайте, чудо, какой... Дайте... Калач! Калач! Богданочка! 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 Эй, ты слышишь меня? Богдан! Народ все-таки любит чудеса. Калач чудит, а рейтинги растут. Ну и что нам с этих рейтингов? На рейтинги хавчика не купишь. Да, офиса нет, лавэ нет. Не, ну мы можем, конечно, пойти старым путем, там, тачки из Польши гонять или пивняк открыть. Не вариант. Команда, все глазки на меня. Офис спасен, деньги найдены.
Ну зачем я опять это сделал? Ставлю квартиру. Однушка с балконом, два ковра, встроенная кухня и югославский санузел. Скрываемся. Флэш. Пять красных. Вообще-то, флэш — это опять одной масти. Ой. Но вы все равно выиграли, у вас три короля. А где у вас тут кулечки?